think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прокачка и тест нового героя на максималке уже. Сейчас я сделал эволюцию, сделаю аугментацию, и мы с вами потестируем героя уже с 30-м прорывом. Посмотрим, чего от него ожидать. Ну, в принципе, и так понятно, чего ожидать, но, возможно, прямо сейчас будет мега имба, будет всех нагибать. Кто его знает? В общем, у нас будет атакующая сборка. Я хочу именно атакующую сборку потестировать для героя. Посмотрим, может будет тут мега эпический дамаг, и герой будет просто сметать всех полностью остальных. Ну, я в этом, конечно, очень сомневаюсь, но все может быть. В общем, докачивает как раз прорыв до 30-ки. Осталось нам сделать аугментацию, и мы с вами посмотрим на героя на максималке. Ну, это для меня, знаете, как, наверное, 90% героев бесполезный герой. Возможно, где-то будет тащить. Не знаю. Ну, пока я скажу так, что я не вижу, где я буду применять. Чисто ради прокачки силы, не более того. Так, нифига себе, нам не хватило даже. А, у меня скины или лимите. Вот сейчас эти сундуки пооткрываем. Я надеюсь, мне хватит. Все, максималка есть. Поехали дальше. Ну что, делаем сразу аугментацию. 10-10. Сейчас мы прокачаем. Так, сейчас я прорыв и просвет прокачаю. Герой бьет по прямой. Вот это вот самый, наверное, большой недостаток. Плюс имеет иммунитет к стану, но только когда включается скилл. Тоже хрень. Это, знаете, как свален, только в 4 раза, наверное, хуже. Потому что тот бьет зонально в 4 стороны, а это просто чисто по прямой. И все. И больше ничего герой не делает. Самое интересное. Такс, поехали. Качаем. 72-800 у нас в этой группе. Ну, мы сейчас, я думаю, еще подымем аугментацией. Будет у нас поболее. Блин, столько ресурсов уходит на эти прокачки. Смотришь, раньше это просто был какой-то космос. Сейчас на это смотрю. Ну, 41 тысяча камней. Тоже скоро в перелимит уйдут. Так, это что у нас, 12-й скилл, да? У меня на 15-й, по-моему, скилл. Я не знаю, хватит, не хватит. Аугментация, но у меня камней нет. Я камни не добивал, я забил хрен. 14-й, 15-й одно и то же. Пока не сделаю что-то нормальное, толковое для людей, смысла вообще нету донатить. Так, чисто ради скинов каких-то редких. А прокачивать, ну, это бессмысленно. Так, отлично. 14-й сделали. Не хватает нам ЗП-шек. Так вот. Тожились. Так, добиваем здесь и делаем аугментацию. Нормально ресурсов улетает.
Раньше бы, если бы я видел, сколько ресурсов надо, я бы ужаснулся на прокачку героя. Наверное, многие без доната в ужасе. Сколько надо ресурсов, но это реально надо дофигище всего, чтобы прокачать нормально героя. Да еще мы агментацию не сделали. Так, понятно. Делаем агментацию. Ну, вот второй вот донатный герой будет более интересный. Так, отлично. Агментация есть. Активируем. Сейчас будет самое-самое-самое веселое. Мы посмотрим сейчас, что у нас выпадет. 74 400. Ну, вот видите. Фактически до максималки хватило. А, такс, есть. Есть, есть, есть. Это сделали, это сделали. Просветик докачаем. И побежим делать аугментацию. Как неудобно. Тысяча этих менюшек. Сделали бы все в одном окне. Так, отлично, это сделали. Так, ну тут я, наверное, сразу поставлю суперсилу. Ничего себе. Ничего себе. Так, карточки у нас есть, отлично, поехали. Попробуем вытащить две пятерки, если получится. Я хочу какой-то атакующий вариант. Попробуем, по крайней мере. Чтобы сразу качнуть до максимума. Ладно, давайте дальше. Крит сопротивление не особо интересно на домах, как обычно. Точность уклонения. Атака точность, кстати, можно было бы, наверное, оставить. Попробуем, попробуем еще паролить. А, и пятерка, четверка. Блять, два опять. Да это они угорают, что ли, блять. Так, атака, крит, дамаг. Вот крит, крит, дамаг, вот неплохая тема на этом герое. Чтобы вылетало по максималке, два крита пятых словить. Герой просто будет пушечный. Два крита, ну поехали. Почему и нет? Конечно, крит дамаг лучше, но у героя и так повышенный. Может, будет просто бомбический критовать, сейчас посмотрим. Хотя я в этом очень сомневаюсь, но попробуем сейчас словить. Четверка, не то. Крит дамаг, крит урон.
Точнее, крит удар тоже, кстати, не очень так падает хорошо в последнее время. Мне кажется, уклонение даже лучше и проще. Не? Ошибался. Все равно хреново падает. Давайте еще. Так, 4-4. Пятерочка есть, отлично. Сейчас мы 1200 сольем на еще одну пятерку. 100%. Это как обычно. Выбили за 100, в прокачку слили еще больше. Точность тоже классная тема. Мы сейчас наролим дамага, а попадать нам будет нечем. Четверка. Чему не удивлюсь, если мы сейчас больше на агментацию сольем, нежели на выбивание самого героя. Двойка. Ну, максималка, сколько я сливал, по-моему, 400 к, я кому-то уклонение ролил. Это реально жесть. Ну, не знаю, сколько мы уже попыток слили. Уклонение упало. Четверка. Это боль. Но по сути самоцвет это некуда сливать, только в агментацию. Если они, конечно, ничего нового не придумают в новой локации. О, наконец-то. Так, отлично. Есть максималка 7-7. Ставим сюда, ну, ПДшку я хочу, потому что дамага, наверное, дофига будет. Ставим сюда дрога дополнительно. Все. Мы готовы, ребятушки. Писькомерством занимается. Ну, давайте мы тоже сделаем. Вот такое вот у нас сборочка получилась в итоге. Поехали, потестируем, посмотрим, что герой покажет на практике. Ну, неплохо. Неплохо. Мне это нравится, ребята. Самое интересное, вот вы видите, да, то есть без уклонений. Ну, по сути, по дамагу сейчас мы посмотрим. Ты, ничего себе, жестко она выпалила половину базы. То, что она бьет по прямой и одной линии, это, конечно, херня. Ну, дамаг, кстати, неплохой в таланта.
Все, и нам сказали до свидания. На этом все закончилось, ребят. Ну давай еще разок. Ну, бьет раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть. Шесть зданий, по сути, сносит. Не добивает до последнего. Такое себе. Ну, на PvP локациях. Сейчас дрога пропадет, все. Поехали дальше. Вот скажите. Вот нафига добавляет таких героев, которые реально, ну, от них толку нету вообще никакого. Для чего? Для чего эти герои? Для кого? Я вот не знаю. Ладно, там прокачать. То сделайте, блин, нормального героя какого-то. Сделайте какого-то саппорта. Ну, я не знаю. Сделайте хоть что-то нестандартное. Ну, вот это вот очередная просто, как по мне, дичь, которая нафиг не нужна была. Вот они потратили там на разработку, да, героя там прочего. Сделали бы лучше что-то более полезное для игры. Удалили ее нафиг. Ну, сейчас мы тут, конечно, жахнем, так жахнем. Смотрите, сейчас с одной тычки. Я говорил. Даже скилл не включили. Настолько имбовый персонаж. Надо ремку, кстати, поставить. Ну вот, смотрите, ударила. Сейчас она забиндится наискось, и все. Она по камешку бить не будет. Все, она будет вот так вот в сторону бить. И от этого толку никакого. Ну хотя вот талантик дамажит неплохо. Довольно-таки неплохо. Но это сам талант работает. Ну, Фрейю без прорыва она слить не смогла. Сейчас проверим с вами, автопрокер или нет. Тоже интересно. Уберем подашку. Такс. Да, автопрокер, судя по всему, но печальный, печальный очень автопрокер. Поехали в ЗБ. Ща нас жахнет. Если, конечно, и тут, наверное, мы затащим. Ну, может, Махатма сольется, но я не знаю, это-то точно затащит. Должен, по крайней мере. Махатма затащит. Неправильно поставил. О, вот здесь вот, если по центру ставить, герой будет заходить на ура. Дамага дофига, подашку поставили, включаться будет автопроком. Ну, вариант, наверное, лучше тогда качать сразу же подашку и ремку ставить. Ну вот, без подашки это какашка, ребят. Просто тупо на отражалках слив. Моментальный причем. То есть настолько дофига дамага, что... Сейчас попробуем еще разок поставлю. Попробую подашку. Возможно, вот забытая еще кое-где она. Ну и то я опять же сомневаюсь очень. Но может быть хоть кое-где она будет работать более-менее. Так, смотрим. Дрогу. Нам даже ударить не дали. Ну все. И вот такой вот, ребятушки, мега имбовый герой. Иммунитета от стана без ремки нет. То есть так, чтобы вы понимали,
Надо ПДшка и ремка, чтобы герой сразу включался, потому что это будет очень-очень печально. Вас будут сливать. Ну, тут дамаг, конечно, хорош. Но герои тоже без прокачек особо. По прямой линии для ЗБ, для арены, не знаю. Еще единственное, потестируем на выходных на фортах. Посмотрим, что этот герой сможет показать. Я надеюсь, будет что-то интересное. А нового героя, скорее всего, донатного будут за пыльцу давать. Поэтому будем ролить за пыльцу. В общем, такие вот дела. Ну, возможно, на русском будут, как обычно, продавать еще в этом кузнице. Ну, донить, не знаю, есть ли смысл. Если будут, я думаю, у многих пальца есть, поэтому не спешите. Подземки. Тоже герой. Ну, в принципе, как вариант, где-то добить можно использовать. Но я думаю, тут сейчас будет просто тупо тоже трэш. Ну вот, стан не включится. Печаль будет. Салют нафиг. Вот так вот, ребята, и делают IGG героя. Да, сраки вот. Это реально. Максимальная прокачка, герой вообще ни о чем. Вот честно скажу, вот я смотрю на него, это печаль, это боль. У героя иммунитет к стану, но если он не включится, иммунитета этого нету. Вот сейчас иммунитет уже появился, ну, до центра даже, вот посмотрите на скилл. Она ударила на максимум 10 целей. А, соответственно, не все цели, которые по прямой, она убивать будет. То есть, не знаю, для подземок... Тоже нет. Для... Наверное, скорее всего, для ЗБшки будет неплохая. Ну, херня, короче. Херня, херня. В общем, такая вот, ребят, прокачка. Не знаю, агментация. Прокачал на максималку. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Но это реально угар. Это очередной угар от IGG, который, ну... Просто нафиг не нужен был. Все, всем удачи, всем пока.